Добрый день, дорогие друзья. Нахожусь возле магазина Пальмия. Это в Мезетли. Очень интересный магазин. Чем примечателен? Здесь есть все для декорирования вашего дома, вашей квартиры. Заметьте, что здесь можно увидеть. Новый завоз. Вот видите, разные цвета. Начинается от 20 лир и выше цены. Там вот на второй прилавке смотрите, сколько разных цветов. Здесь прям на земле кактусы от 10 лир и выше цены. Вот декорирование балкона, квартиры. Вот в самом здании внутри тоже много разных тарелок декоративных, там таких чашечек, ложек, вилок и так далее. Если вам интересно, когда вы покупаете квартиру, можете обставить ее. Смотрите, какие декоративные вазочки. Можно будет посмотреть. Вот картины такие интересные. Вот цветы, леечки. В Турции очень любят цветы выращивать. Вот так можно балкон обставить прям. Смотрите, сколько цветов. Вот второй ряд. Вот такой вот. И вот сам вход этого магазина. Пальмия Outlet называется. Как вы видите, много что есть. Вот такие для перепелиных яиц. Футлярчики или для яиц. Вот. Еще продается грунт для пересадки цветов. Вот такой вот картинка тоже интересная продается. Вазочки, такие декоративные, такие столы. Внутри я как-то уже показывал, начиная от люстры, много что можно найти. Светильники, декорирование, зала, спальни и так далее. Сейчас еще здесь покажу. С этой стороны. Вот такая тележка вам тоже пригодится. От 50 лир начинается. Они бывают разные. Зависит от емкости. Вот. Вот. Подушки такие. Вот такие для картошки фри. Чашечки. Вот баночки какие-то тоже продаются. Не очень. Не разрешили снимать, сказали, что есть ограничения на фото-видео, поэтому я прекращаю видеосъемку.
примерно вы уже поняли, о чем здесь идет речь. Как бы конкуренция, поэтому не разрешается снимать. Геолокацию я вам скину, посмотрите. Вот такой бамбук, покажи, Аделькин. Вот такой бамбучок стоит 10 лир. На воду посадишь его, и она будет расти. Не разрешает же снимать, так вот я сниму. Дяденька подошел, сказал не снимать.